Летний сезон для агрария всегда жаркая пора. Без того немалый объем работ в этом году дополнила неоднозначная погода. Сначала палящим солнцем, после проливным дождем и далее снова жарой. Конечно, этот факт сказался на объемах собранных культур. Однако, по мнению аграриев, бороться даже на последних метрах нужно за каждое зернышко. Важна в этом деле и миссия спасателей. Они не только проверяют условия хранения собранного урожая, но и заботятся о безопасности комплекса. При проведении рейдовых мероприятий по местам уборки и хранения зерновых культур особое внимание уделяется сельскохозяйственной технике, которая задействована на уборке урожая, непосредственно комбайнам, которые убирают зерновые культуры. Необходимо посмотреть их комплектацию полностью, то есть чтобы они были укомплектованы первичными средствами пожаротушения, огнетушителями, песком с лопатой, то есть на каждом комбайне должно быть две лопаты, ящик с песком, противопожарное полотнище, то есть чтобы каждый работник в случае возникновения пожара на технике мог его оперативно ликвидировать. Вопросы безопасности актуальны сегодня и в полях. Комбайнер Сергей Михалюк уже не один год проводит летний сезон на уборке. В этом году у него надежный помощник, племянник. Вместе они тщательно следят за исправностью машины, чтобы ни поломки, ни погода не смогли помешать им выйти в лидеры по уборке в хозяйстве. Правило: почаще смотреть, не отключать, не лазить, где включено, предостерегаться. Не прыгать, самое главное, с лестницы, ну и все остальное. Трудятся спасатели Брещины в полях не только в рамках своей профессиональной деятельности. Есть среди них и те, кто решил провести отпуск с пользой и на время пересел из автомобиля быстрого реагирования за руль комбайна. Работники службы по чрезвычайным ситуациям области, безусловно, принимают самое активное участие в уборочной кампании. Во-первых, очень приветствуется участие наших работников в период отпусков, в период свободного времени в уборочной в качестве комбайнеров, помощников комбайнеров, водителей для перевозки зерна. И замечательные результаты мы имеем во всех хозяйствах, а наши работники в 11 районах принимают участие в уборочной именно в качестве комбайнеров. Работники на хорошем счету, в частности, вот в Жабинковском районе уже более 1300 тонн зерна, экипаж с участием нашего работника пожарной аварийно-спасательной части номер 1 города Жабинки намолотил. Совсем скоро аграрии подведут итоги плодотворной работы. Тогда берестейцы смогут узнать, каков же размер хлебного каравая в этом году. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».